хочу запитати пана Олександра, от якщо влада от так от виходить з ситуації, як мешканцям, покупцям, як їм захищатися, що їм робити, якщо на владу вони, власне, не можуть розраховуватись? Чому немає тої політичної волі, про яку ви говорили, адекватної законодавчої бази? Ну, я не услышал здесь выхода особого, судя по тому, что говорил коллега. Часть компаний, на которых есть деньги, на которых есть что заработать, их перевели на коммерческие организации, причем, судя по адресу Харькова, они, видимо, тоже связаны с Аваковым. И Аваков, как частное лицо, заработает, ну как заработает, украдет у людей и у государства еще немножечко денег. Несколько миллиардов гривен, видимо, если в гривнах это исчислять. А то, что минусовое, то положил, из чего уже вывели активы. То есть оно же минусовым стало не просто так, а потому что с него вывели активы. На самом деле оно даже не минусовое. Да. Так вот, с него активы вывели, может быть, даже на те компании, которые ушли в Харьков, да, по-видимому, может быть, и такая же ситуация. То есть здесь я не вижу. Здесь просто один разбойник ограбил другого разбойника, который, в свою очередь, ограбил 13 тысяч людей. 13 тысяч, да, если я не ошибаюсь, да. Численность там вот. Вот и все. А то, что этот разбойник, верховный разбойник, да, если мы говорим о министре внутренних дел, использует инструменты государства, которые он приватизировал уже 7-й год, ну, это опять-таки наша такая вот система. Мы позволили, как граждане Украины, сделать так, чтобы у нас вот этот вот человек при 3 президентах, при 3 парламентах, при, сколько было, 4 премьер-министрах, исполнял обязанности министра внутренних дел. Причем, если говорить об обязанностях министра внутренних дел, то он их исполняет и другом плохо, о чем свидетельствует и уровень преступности растущий, и уровень раскрываемости падающий, но зато он неплохо реализует в том, что касается набить свои карманы. И используя и национальную полицию, и пограничную службу, и прочие структуры, подчиненные ему, а также структуры, подчиненные другим министерствам, но которые он контролирует, он неплохо с этим справляется. Менять систему надо. В конце концов, за все это предусмотрено наказание. Только кто же его накажет? Он же у нас памятник. Как только Конституционный суд попытался выступить против этой власти, какую волну подняли? А здесь даже не какие-то там абстрактные интересы державы, про которые говорит Зеленский, которые на самом деле Конституционный суд не нарушил, он наоборот шел на защиту интересов государства. А здесь личные шкурные интересы. А уж за личные шкурные интересы они костьми ляут. Неодноразово вы сказали изменивать систему. Як саме? Давайте зараз поговорим, як державі фактично певними кроками захистити покупців та інвесторів. Ну, от які кроки треба, да, проблема в тому, що інструменти, тобто публічної власті, узурпували люди, які цю публічну власть використовують для личного обогащення за счет ограбления своего собственного народа. В Конституції України все чітко прописано. Перша стаття говорить о том, що Україна соціальне демократическое правовое государство. П'ята стаття Конституції говорить о том, що Україні власть принадлежит народу. Ну так в народу, вот как бы, вот если народ готов терпеть это унижение, этот обман, готов в том числе отдавать последнее. Потом кто-то живет в квартирах, которые отапливаются дровами, а кто-то вообще не живет ни в каких квартирах. Если народ готов, то его и дальше будут стричь. Пан Олександре, все-таки хочу фактично. Ну, дивіться, от у нас є Наталя. Як владі потрібно було захистити конкретний випадок? Хорошо. Як її треба було захистити владі? Сьогодні, до речі, День захисту прав людини. От, як захистити 48-й год. Потрібно було Наталю владі? Смотрите, у нас есть специальные органы, которые созданы. По-моему, это называется Державная архитектурно-будивельная инспекция. Там очень размытые, вот сегодня буквально перечитал положение о этой инспекции, довольно размытые функции этой инспекции, и их можно трактовать как в плюс, так и в минус. То есть, с одной стороны, можно сказать, да нет, мы не имеем права туда вмешиваться. Это хозяйственная деятельность субъекта предпринимательской деятельности. А с другой стороны, опять-таки, основываясь на этом же положении, они действительно должны были контролировать. У них довольно серьезные полномочия. Этот орган формируется кабинетом министров. Значит, вышестоящий орган – это кабинет министров. Над кабинетом министров стоит Верховная Рада. Они получают деньги из бюджета на то, чтобы защищать права граждан конкретно вот в этом случае. Значит, есть стройка, инспекционная поездка по этой стройке. Так, а что здесь с коммуникациями? Насколько, как бы, вот этот дом 25-этажный, да, по-видимому, там? Или нет. Даже?
16 этажей. Ну, повезло, поменьше дом. Насколько хорошо этот 16-этажный дом ложится в план застройки? О генеральном плане я уж не говорю, об этом это понятие у нас вообще в стране, в Киеве в частности, забыли напрочь. Но насколько он ложится в план застройки? Насколько те мощности, которые есть по энергоснабжению, соответствуют? А если они не соответствуют, то что делается для того, чтобы были соответствующие мощности? По теплоснабжению и так далее. Это все проверяется. Достаточно легко и просто выездом на территорию, проверкой документов, ну и сверкой документов, сверкой баз данных различных предприятий, которые оказывают те или иные услуги по жизнеобеспечению. То есть энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, ну, канализация, да, водоотведение. Все. Вот эта функция очень простая. Но во что превратилось у нас та же государство, как и другие органы? Это превратилось в синекуру. Да, приходит этот инспектор и говорит: слушайте, а у вас мощности канализации, например, водоотведения, они не соответствуют объему застройки. А если вы посмотрите на товарища Франклина, в количестве, например, там 10 тысяч, будет соответствовать? Будет, но не совсем. А если в количестве 15? Слушайте, я действительно вот не обратил внимания на этот важный нюанс. Соответствует. Все. Вот таким образом они как бы закрывают все вопросы. Где-то давлением, может быть, там у какого-то застройщика крыша, тот же Аваков. И он тогда что делает? Вызывает или не вызывает, не он, а какой-нибудь его следователь, вызывает инспектора, либо даже главу инспекции и говорит: там твои предъявили претензии. Ты понимаешь, что я тебя поставлю в позу, которая тебе не понравится, и сделаю с тобой то, что тебе точно не понравится. А что надо сделать? А нужно вот так и так сделать, закрыть глаза на это. Хорошо, чего изволите. Вот так эти механизмы действуют. Это называется коррупция. У нас замечательное законодательство, даже без всяких НАБУ, ГБР и прочих органов антикоррупционных по борьбе с коррупцией. У нас отличное законодательство, которое, к сожалению, не исполняется. Даже с этими антикоррупционными органами у нас никого не посадили. Но и без них. Ну, ребят, ну есть закон, но нужно его исполнять. Знаешь, когда за это ставили к стенке и реально расстреливали, даже если ты министр, то такое было, но такое было в гораздо меньших масштабах. А сейчас безнаказанность, полная безнаказанность. Прошу вибачення. Я все-таки, давайте я зараз побуду все-таки компаньоном, партнером Наталі. Мені цікаво, у нас є представники-забудовники, у нас є активісти. Що зараз треба робити? То, що у нас є корупція, це всім відомо. От як зараз владі, якщо ми звинувачуємо владу, місцеві, неважливо, ну, давайте, як їй допомогти? Можна я начну? Давайте предположимо, що у нас ідеальна власть, яка діє в інтересах народу. Вот давайте, вот есть Минрегионбуд. Вы вывели за скобки. У нас есть идеальная власть, которая действует в интересах народа. Есть проблема. Значит, первое, что нужно делать? Конфисковать это имущество, чтобы, ну, то есть провести соответствующие... По суду, возможно. По суду, принять отдельный закон, там, положение. Принять постановление. Да. В любом случае, конфисковать это имущество и забрать это имущество с правами на него. В собственность государства. Да. Дальше. Государство берет на себя обязанности перед людьми, которые там уже присутствуют. И эти обязанности выполняет. Если, ну, а если там есть еще дополнительные квартиры, ну, я сторонник сильного государственного сектора, и я сторонник того, чтобы вот, право на жилье не было связано с тем, что люди оплачивают, чтобы право на жилье не было источником получения прибыли, это исключительно функция удовлетворения потребностей людей в крыше над головой. Ну, а если там как бы уже после выполнения обязательств перед теми людьми, которые что-то вложили, что-то осталось, то оставшиеся квартиры передаются в безвозмездное пользование, ну, текущие, понятно, нужно оплачивать платежи, а в безвозмездное пользование, без права продажи, но с правом жить до конца своей жизни в этой квартире тем людям, которые нуждаются. Есть очереди, у нас до сих пор эти очереди льготные, перельготные, обыкновенные очереди, и вот эту очередь двигать. Вы знаете, во всем мире, вот я недавно встретил занимательную статистику по Соединенным Штатам Америки, там только домов, не квартиры, вот эти дома, ну, обычные частные дома, то, что у нас называется, домов, не проданных, но построенных, больше, чем бездомных. То есть там настроили дома, в них не живут, ходят полицейские, задерживают людей, которые там пытаются, бомжи, пытаются жить в этих домах, а бомжей этих меньше. И, но
система такая, понимаете? Нам говорят, что если отдать эти дома, эти квартиры тем людям, которые нуждаются, то рухнет экономическая система. У меня вопрос, а зачем нужна такая система, которая зарабатывает на горе человека и которая не удовлетворяет потребности этого человека? Поэтому если было бы идеально, вот нормальное государство, даже в рамках действующего законодательства, нужно было бы делать вот таким вот образом. Конфисковали, достроили, выполнили обязательства, излишек отдали в пользование тем людям, которые нуждаются.